Состоялось заседание Оргкомитета по проведению в республике в 2021 году мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Работа уже началась. Хронология трудового подвига выстраивается скрупулезно, шаг за шагом. Цифры, факты, фамилии, документы. Упустить ничего нельзя. Все важно. Все имеет значение. В этой масштабной работе участвуют взрослые и дети. Подрастающее поколение узнает пока малоизвестные страницы нашей истории. Восполнить пробелы поможет художественный фильм «Сурские и Казанские рубежи. Подвиг народа». Очень четко прописаны требования к этому фильму. Хронометраж 25 минут. И одно из наших требований, так как мы планируем этот фильм показывать не только в Чувашии, мы рассчитываем на то, что фильм будет интересен федеральным каналам. Кроме того, известно, что не только в Чувашии строили оборонительные рубежи. Рассчитываем, что фильм должен быть интересен для того, чтобы показывать в наших соседних регионах, потому что не только чувашский народ участвовал в этом, но вот был участником этого подвига. Утверждена дорожная карта, в которой прописаны основные мероприятия, научные конференции, открытые уроки, музейные выставки, фестивали. Подвиг народа хотят увековечить в литературе, музыке. Разрабатывается медаль в честь 80-летия строительства оборонных рубежей. Было бы хорошо побывать на территории мемориала под Оржевом. Его открыли к 75-летию Великой Победы. Предлагаю все-таки в январе, готовы включиться вместе с ректорами университетов, оформить это как конкурсная работа, практика, дипломная работа, помочь в организации выезда ребят, посмотреть под Ржевом. В летние каникулы столичные школьники, студенты участвовали в раскопках на местах бывших укреплений в Алатыре, Шумерле. Эта работа будет продолжена. Основная работа заключалась в том, чтобы провести рекогносцировку на местности, определить места будущих раскопок, которые можно провести уже в весенне-летний сезон 2021 года, места пролегания траншей, огневых точек и так далее. Школьники встречались с участниками этих событий, их родственниками, чтобы детально записать их воспоминания. В конце декабря на основании собранного материала сборник будет уже издан. Состоялся конкурс рисунков. Наша задача с вами самая главная, на самом деле, чтобы это было яркие, знаменательные, содержательные мероприятия, с тем, чтобы это было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, познавательно. Ну и третье, чтобы мы, вот, проделав достаточно большую такую содержательную работу, оставили бы след, чтобы эти объекты явились неким порталом, который бы раскрывали людям, которые будут с этими объектами, с этой информацией соприкасаться. В следующем году в Козловском районе республики появится монумент, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей. Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев, Республика.